5 декабря, в день памяти князя Михаила Тверского, в областной столице состоялись памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели небесного покровителя Верхней Волжи. Михаил Ярославович, напомним, погиб в Орде в 1318 году. С того дня минуло 704 года. В память о подвиге нашего земляка в городском саду состоялась церемония возложения цветов к поклонному кресту. Кроме того, возле памятника князю на площади Михаила Тверского был выставлен пост исторической памяти. Нет в истории другого такого примера, когда бы князь отдал самое дорогое – жизнь за свою родную землю, за свой народ, не прятавшись за спины воинов и своих земляков. События, произошедшие в то время, еще раз нам доказывают, нам с вами, как нужно относиться к родине, к своим близким, землякам.